Сорока, 6-летняя Роуз МакГоуэн, Роуз МакГоуэн, раскрыла новые подробности из своей личной жизни. Американская актриса вступила в однополые отношения. Звезда сериала «Зачарованные» перестала скрывать свой необычный роман. МакГоуэн призналась, что влюблена. «Сейчас я нахожусь в отношениях с одной замечательной девушкой по имени Сиена. Она идентифицирует себя как лесбиянка. Я же себя так не определяю», — пояснила МакГоуэн. Она призналась, что съехалась со своей возлюбленной. Артистка утверждает, что ни о чем не жалеет и чувствует себя абсолютно счастливой. Ранее Роуз встречалась с моделью Андрогином Рейн Дафф. Она родилась девушкой, но с юности ощущала в себе что-то от мужчины. Рейн начала бороться за разрушение гендерных стереотипов и просила обращаться к себе они. Кинозвезда не во всем понимала Дафф, и это сказалось на их отношениях. Было трудно встречаться с тем, кто идентифицирует себя как гендерквир. «В реальной жизни я часто называла Рейн своей девушкой, но она была против этого определения. Я говорила «девушка» потому, что просто не знала, как еще ее назвать», — пожаловалась МакГоуэн на записи подкаста «Shut Up, Evan». Актриса также высказалась о вердикте по делу Харви Вайнштейна. Голливудского продюсера признали виновным в изнасиловании и домогательствах к актрисам. Роуз была одной из первых, кто в открытую заявил о харассменте с его стороны. «Я горжусь смелыми женщинами, которые вывели этого монстра на чистую воду», — написала МакГоуэн в Твиттер. По ее словам, Вайнштейн испортил ее отношения с семьей и мужчинами. 2 года назад актриса раскритиковала движение «Решетка MeToo», защищающее половую свободу женщин. МакГоуэн назвала участниц акции проигравшими и обвинила их в трусости.